В Москве начала работу дискуссионная площадка Общероссийского народного фронта «Диалог, доверие, действие». Встреча посвящена развитию социально ориентированных некоммерческих организаций. Сейчас в России тысячи НКО, которые сталкиваются с целым рядом проблем, в том числе недостатком финансирования. Чтобы поддержать гражданских активистов, Общероссийский народный фронт начнет со следующего года выдавать таким организациям мини-гранты до 1 000 000 рублей. Участие в сегодняшней дискуссии принимают представители 300 столичных НКО. Здесь самый высокий градус и гражданской активности, и активности некоммерческих организаций, и неформальных сообществ. Поэтому очевидно, что эту площадку нужно вести, необходимо слышать и гражданских активистов, и некоммерческих организаций. Очевидно, что последние 2 года интерес и со стороны государства, и со стороны НКО, он очень высокий и взаимный. Этому свидетельствует и повышенное внимание через президентские гранты и различные программы министерств. Распределять финансирование для московских некоммерческих организаций будут 2 раза в год. Конкурс на получение грантов обещают проводить прозрачно и открыто. Его итоги подведут в феврале будущего года.